Павел Николаевич, я местный филосайт истории Казахстанского факультета нашего университета, место почтового окончания. И вот вместе идем по стопам нашей литературной жизни. Меня радует то, что наконец-то завершена, возвращен большой труд благодаря нашим переводчикам Аиде Ефимовне Шапсниковой и его смене Борисовне. Это очень большой труд, но они перевели, то перевести, то перевести могут, но издать надо. Без поддержки народа Саха и русского народа книга не вышла. Это большой подарок столетнему юбилею нашей республики. Это поддержка народа, которые живут в нашем невероятном просторе нашей республики. За это очень я благодарен. Без поддержки народа, без средств и без хорошего руководства и чисто сердечных людей труд не стал бы такой замечательным подарком в наши дни. Это очень хорошо. Теперь я хочу перейти на свои родные дни. Хочу упомянуть нашим выпускным друзьям и товарищам, успешно представляет художественный перевод. Художественный перевод, прежде всего, это защита нашей литературы. Так, он был там кандидатом. Был Тылбас Таксыта. Сахарин, он был в Лапан, он был не за кандидатом Таксыта. Был Сахарин Ротин, Велян Сахарин Товару, Кемишки, Кустасин Тегулов. Onun bu Pavel Nikolaevich Polyakov yedi ordu tahtı bir kere de Allah tahtı Marokko diyeceğim karşıyı bu komisyonu var. Eri Marokko diyeceğim şükürde birisi yaka Kiran var. Şükürde birisi yaka eşte böyle arana Ulahan'ın kılpastan tarzıda. Onun Ulahan onun için biz antikim Nikolaev onları kere tarzıda. Bu Ulahan ile bir tarzıda. Onun şükürde birisi yaka Ege Вот этот общий этап, Луковская Тасовла, Каминская Тасовла, вот Улаван Тарки Северин, Сильбатуни, Бирюси Янки, Нарни Тарки, Улаван Кивалянки, который нам было. А и те, кто не был, те обус Махан. Они же, они хатрах не мне. Те, кто его был, я не говорю на то, кто не был, а сам я стал, а барать, а лакте, а лакте, очень не хотел. Бери тут, тут, тут. Sudah tumbuh terbiaran terang. Bukan terjaga takut, mungkin ngasih kesana sumber tokoh lah. Jadi jangan takut lah, pasti kerjaan yang bisa kita duduk. Jauh lah sederhana. Jadi kan tuhannya, ya ini tuh kita makan lagi nih terang. Tapi saya tuhannya, kan, menurut yang balap batu, tuhannya, trilogi ya kan. Saat kita berkata, ini musuhnya sedikit kayak tempat sebetulnya. Orang terkaya sedang melakukan masa nak kehajaran melakukan epidemi bahaya ya pada kena ini kena terbahas tentang kehajaran. Orang kelir kelirnya terbahas tentang ulama 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 kalau dia beri dia. Banyak kena jatuh lagi jangan tahu kan tu kami sekali orang tu orang itu berkata orang kehajaran sedih seperti apa terbahas kehajaran itu orang tahu berkata. Orang nama orang ketiak macam pasti. Orang kemis ke, orang jadi tiak yang tahar. Orang orang lain itu tuh pasti yang tahar ye. Oh, tuh bahkan sudah tahar yang terkaya tu. Situ tu halat terang pun, dia orang petugas, dia bil lakukan sudu, ada juga ada bil orang mampet. Musa tu tak sih tak boleh. Am itu dia kemis ke dia sahun itu boleh. Вот мы что-то вот там, мы сказали, это тут пастырь тра, и мы работали, это тут пастырь тра, а то мы что-то тут пару, а то там там были гадки, тут он был рыбатым. Он тебе говорил, это только мы салтан, когда он не говорил, это тут, когда мы салтан, мы салтан, что люди удали, да, он говорил, что там, да, там, да, то ли тут пастырь тра. Он нам тут пастырь тра, когда стоя панада, тут тут пастырь тра, и я панада, тут пастырь тра, только мама там я панада. Кейду, салю говорю, это тут только говорю, я говорю, Allah terima dia kan, sekarang kini terima dia kan. Orang ini tu bahasa terkaya, dia sudah pernah melakukan maktabat. Walau mana, begini, perwakilan kita di sini, kalau kata,
Bahkan orang tak sih, mana? Barangan jahat, barangan baru, kos ini pasti bersih.